Мне кажется, это было телешоу, которое мы снимали в Германии или что-то около того. И в те далекие 80-е было много такого, знаете, мы словно ходили по кругу. Мы шли туда, куда нас приглашали, делали то, что нам говорили, участвовали вот в таких вот шоу и выступали на концертах. Но в конкретно этом случае декорациями была сцена в виде сарая или что-то вроде этого. Я помню Алана на заднем плане. И вот когда мы дошли до этого момента в начале 80-х, когда мы просто сказали, ну, хорош, мы больше не можем такое делать. Что это вообще такое? Ну, знаете, мы ходим на такие вот мероприятия, делаем, что нам говорят, и все это, чтобы донести нашу музыку до аудитории. Но вот это уже перебор. По-моему, у кого-то из нас даже цыпленок на коленях сидел. Это был я? О, боже мой. Я даже не знаю. Мне кажется, было много подобных шоу, где надо было вести себя настолько сумасшедше, насколько это вообще возможно. Это было комично, и в данном случае комиками были мы. Вам, наверное, было страшно. О, да, мы были напуганы. Это было ужасно. Эта история определенно оставила шрам в моей душе. Да и у группы, думаю, тоже. Но, к счастью, после этого мы дошли до той точки, когда решили, что больше подобным мы заниматься не будем. Вы знаете, ни к чему хорошему это бы не привело.